Цифровизация должна коснуться не только экономики, промышленности, но и образования, заявляют эксперты Иннопрома. В последний день работы выставки группа ЧТПЗ поделилась опытом внедрения новой цифровой платформы для обучения студентов. Как бизнес может помочь в подготовке кадров, обсудили на круглом столе. Поскольку все это на цифровой платформе, то весь процесс становится прозрачным, понятным для всех участников. Наставник видит, в чем нужна помощь тому, кто учится. Преподаватель понимает, каких не хватает знаний студенту. Студент сам находится в центре всего процесса и формирует свой индивидуальный план учения. Новая методика обучения по программе «Будущее белой металлургии» – это виртуальное пространство, в котором отражаются цели, задачи и оценки студента. Молодые люди сами будут решать, какому из направлений учебы отдавать предпочтение и что нужно сделать, чтобы, например, попасть на работу в конкретный цех. А работодатель сможет следить за его достижениями и выбирать среди студентов того, кто обладает конкретными навыками. Внедрение цифровой образовательной платформы – результат работы управляющей компании. Это структура, которая объединяет усилия государства и бизнеса для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Соглашение о ее создании в Первоуральске было подписано год назад на выставке «Иннопром». В министерстве считают опыт группы ЧТПЗ успешным и уже рекомендуют другим предприятиям и учебным заведениям.